Буйный пациент разбил окно в машине медиков. Мужчина отказывался от помощи врачей и пытался убежать. Этот реанимобиль прибыл к дому в металлургическом районе к мужчине, который почувствовал себя плохо. Но когда его завели в салон кареты медиков, он выбил окно, вылез через него на улицу и хотел убежать. Врачи поймали буйного пациента. Тот просил прохожих спасти его. Лёте! Лёте, помогите! Теперь этой историей будут заниматься полицейские. Хулигану, скорее всего, придется возмещать ущерб.